Есть такая служба – охранять правопорядок. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел России. По сложившейся традиции в этот день чествуют ветеранов, проводят торжественные собрания, награждают отличников службы. По этому поводу в Якутске сегодня проходит торжественная церемония празднования в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Быть сотрудником органов внутренних дел – это больше, чем профессия. Это призвание, это служба. Служба – это присяга, это долг, это честь. И я хотел бы все-таки еще раз поздравить, в первую очередь поздравить наших ветеранов. Что все, что мы имеем положительно, это благодаря нашим ветеранам.